Слухи о том, что Бруклин Бекхэм расстался с Ханной Кросс, появились еще несколько месяцев назад. 20-летний сын супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов закрутил роман с двойником своей матери, 27-летней моделью Фиби Торренс. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдеров. Пока что они не спешат афишировать свои отношения, но Бекхэм и Фиби уже сходили на несколько свиданий, заявили инсайдеры изданию. Поклонники семейства Бекхэм обратили внимание на схожесть новой избранницы с его звездной матерью. Некоторые друзья даже подшучивают над ним из-за такого сходства и говорят, что у него Эдипов комплекс. Но он не обращает никакого внимания на это, говорится в сообщении. Сама Фиби призналась, что в юности подрабатывала тем, что выступала как двойник Виктории Бекхэм. Фиби призналась, что работала двойником Виктории в начале своей карьеры, но никогда не думала, что сможет познакомиться с ней в реальности, заявили инсайдеры. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе самых новых и самых сочных новостей.